В РЦ города Каспийска состоялось соревнование по судомодельному спорту, посвященное Международному дню защиты детей. Отметим, что в турнире приняли участие дети с разных уголков Дагестана. Присутствует 5 команд: Махачкала, Каспийск, 2 команды, вот, Избербаш и Хасавюр. Собрали самые сильнейшие у нас с республики. Единственное, хотелось бы, чтобы остальные участвовали. Немножко осталось вроде бы. По словам главного судьи турнира по судомодельному спорту Николая Толченникова, кружок судостроительства активно развивается. А именно, проводятся различные соревнования с привлечением юных талантов. Стоит подчеркнуть, что на данных состязаниях соревнуются модели гражданских судов до 1260 мм, а дистанция прохождения составляет 20 метров. Надо попасть в ворота метр, это 100 баллов. И все остальные по 50 сантиметров, это так далее идет, ну, по уменьшению 90, 80, 70, 60, вот, и боковые там 50 и так далее. Вот. И задача состоит в том, чтобы набрать больше всего очей. У нас 4 запуска, самые лучшие, 3 лучших остаются, худшие выбрасываются. По результатам турнира победители получат грамоты от Министерства образования и РЦО.